Привет! Сегодня я в таком интересном образе, потому что в моем университете сегодня Хэллоуин. И это не ночная вечеринка, а вечеринка барбекю. А нам сказали все равно приходить в костюмах, поэтому я решила сделать такой свой костюм русалочки с зелеными штанами, фиолетовым топиком, красным париком. В общем, я готова. Давайте поедем, посмотрим, что будет там. А что будет дальше, узнаете. В общем, сейчас я пришла на фестиваль. Это первый в моей жизни фестиваль, что-то вроде Комик-Кона, но тем не менее здесь будут выступать и группы, и здесь будет выступать Empire of the Sun, одна из моих самых любимых групп. И это так классно, что я попала сюда, причем это совершенно спонтанно. И поэтому, собственно, сегодня русалочка, и тут все разодеты очень прикольно, очень необычно, хоть это даже не Комик-Кон, классно. Окей, ребятушки, я дома, я очень сильно устала, фестиваль на самом деле был очень прикольный, но в принципе мне лично напоминал фестивали на арт-заводе, возможно, потому что именно там проводятся подобные фестивали с комиксами и прочей чепухой, но на самом деле было довольно-таки весело. Давайте теперь вас сориентирую немножко по ценам и по всему такому. Вход на фестиваль стоил 50 баксов, слава богу, мне он достался бесплатно. Еда очень дорогая и был маленький выбор, куда сходить поесть на самом деле, и были просто безумные очереди. Со звуком также были немножко проблемы, потому что явно не хватало колонок, и не было хорошо слышно людям, которые стояли сзади. Плюс не хватало активности, то есть, мне кажется, за 50 баксов должно было быть еще гораздо больше всякого, за что ты просто приходишь и получаешь это бесплатно. Но с другой стороны, как бы, в принципе, можно прикинуть, что те же Empire of the Sun и другие группы могли потребовать много денег, плюс были достойные комики, я, честно говоря, их не знаю, я видела двоих из них в фильмах ранее, но я даже, честно говоря, не помню, как их зовут.
но они именно вот классные стендаперы. И могу себе представить, что они тоже потребовали нормально денег, поэтому, наверное, как для Америки 50 баксов это очень даже ок. Но, к примеру, учитывая то, что фестиваль еще и завтра тех же Empire of the Sun не будет, но я лично не знаю, на что тратить эти деньги. Но сам фестиваль очень прикольный, мне безумно понравилось, что люди не стесняются выражаться, что это очень классно. Я вот всегда мечтала на таком побывать, где друг друга все хвалят за костюмы и все такое. Это очень мило, это прям очень прикольно. Так что да, надеюсь, что это далеко не последний мой фестиваль. Я буду сейчас уже расслабляться, и я подумала, что я сниму вам также завтрашний день. Так что продолжаем. Доброе утро! И сегодня я еду к знаку Голливуд. Третий раз мой там. Каждый раз через 2 года я приезжаю туда. Не знаю, почему так получается. Наконец я снова еду туда. Поехали! Вот тот мерс. Это какого-то рэпера. Не помню какого. Но представляете? Вот он, по номеру посмотрите. Объяснить, я только что зашла в шоппинг-молл, чтобы купить своей однокласснице Кате подарок. У нее сегодня день рождения, и она тоже в Лос-Анджелесе. И я купила ей в Сифоре, thank you so much, купила ей в Сифоре помады и... Hi, thank you. Я купила ей помады и маски, надеюсь очень сильно, что ей понравится. И в Сифоре увидели, что у меня день рождения через день. И они решили мне тоже сделать подарок сразу же. И подарили мне тоже маленький такой наборчик с масками и пляжную сумку. Это так круто, мне это очень понравилось. А еще, что самое странное, мы сейчас в Лос-Анджелесе, получается, находимся. И здесь, в лифте, я встретила 3 русских. Очень много. По сравнению с Orange County прям слишком много. Но ничего, сейчас мы в супер классном месте. И будем кушать. Thank you. What's inside? Мы решили гулять и гулять, и сказали, что у меня сегодня день рождения. Хочет. Такс, я нашла Зак Эфрона. Вот, да. Зак Эфрон. Не трогай. Я чуть только что не упала и не выпала через окно. Найс. Последняя точка на сегодня – Griffith Observatory. Отсюда открывается очень красивый вид на Лос-Анджелес, и тут лучше бывать по ночам. Я уже тут была ночью, и тут, правда, безумно красивый вид на Лос-Анджелес, прям как GTA. Так что да.
Да, ребята, сейчас все увидите сами. It's not a gate. Hi. No, like, chicken. You told the joke to like kids, and I was like, yeah. And I was like so weird. Remember, I was telling him. Да, я почти знаю. Так вот одноклассницу встречать в Америке. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Пока! Bye! Bye! And I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Что ж, ребят, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, если вы хотите от меня еще приключений в Америке, обязательно пишите мне об этом комментарии, ставьте палец вверх. Люблю вас, целую, спасибо еще раз. Пока-пока, до встречи. Whatever.